Tehlikesizliğiniz için sizden kayış edeyim. Kapitan koruyucu kemerlere bağlanmış tablosunu söndürene gelir. Yerlerinizde eğleşin ve koruyucu kemerleri bağlı saklayın. Oturacağınızı nezerden keçirin. Şahsi eşyalarınızı hava gemisinde unutmayın. Bagaj eflerini açan zaman ihtiyatlı olun. Eğer kömeğe ihtiyacınız varsa bütün sermişçiler teyreni terk edene de yerinizde eleşmeyinizi kayış ederek. Bizimle uçtuğunuz için bütün uçuş hayatlarından size teşekkürümüzü bildirerek ve yakın gelecekte sizinle bir daha görüşmeye çok şadılarım. Size hoş istirahat arzulayarak. Buradan belirtisi orada doğru. Yardım var mısın? Açtayım buradan da. Babam yine ben. Onu da tur olur. Babamın babası çok sana yani. Demiyorlar bile. Sizin kendi işin olarak değil mi? Sizin iyi aslında Can bize takıldı dedi, temeli şu gibi. Atamın kendi de derdi, babamın kendi karakolu. Yanı ne? Karakolu. Ama ben işmaldan orada durdum. Uzun çıkıp geldiniz. Ha, Rahman var. Rahman var, Rahman var. Bu yürü dur, bana getirdim. Selamun aleyküm. Brixler biz. Özü təqdim edin zəhmət olmasa. Rica cəfalı. Который раз уже приезжаете? На самолете первый раз. То есть мы приехали за 39 минут. Как вот ваши ощущения? С посадкой, повышение отлично. На самом деле, летчик очень хорошо водил. Пилотировал. Пилотировал отлично. То есть посадка. Вот лет 5-6 назад вы вообще представляли, что в один прекрасный день вот мы сможем сесть в Баку в самолет, прилететь в Визули и поехать потом в Шушу. Знаете, я отлично. Я благодарен нашему президенту, нашей армии, горной армии, которая подарила нам честь быть нашу родину, как бы с высоко поднятой головой приезжать в свою родину. Это очень огромная честь. Я лично даже сложно найти. Дай Бог здоровья. Вы тоже мой подписчик. Да. Спасибо. Давно подписаны? Я... Да. Аллах. Сегодня вот столетие нашего лидера. У него была такая мечта. Помните, он говорил, что я мечтаю однажды приехать в Шушу, и там, чтобы мы все ели кебаб. Мы сегодня с вами будем там кушать кебаб. Представляете себе такое? Вы знаете... Аллах шәһәрләрдә рәхмәт эләсен. На самом деле, то, что он оставил нам, эту дорогу, эту политику, это политика, самая главная политика, на самом деле, за счет этой политики у нас еще впереди много лет и много удач. Будем в Зангезуре кушать шашлык. Только не забудьте меня пригласить. Обязательно. Но я люблю антрикот. Антрикот, хорошо. Антрикот. Обещаете, да, мои друзья? Да, вы Шушада, я сейчас же не будет это тойок кебаб кушать, понятное дело. Антрикот он будет. Хотя я скажу так. Я вышел из Шуши перебежаться, не знаю, какой мотивирует. То есть у вас статус беженцев, да? Было. Слава Богу, нет. Уже нет. То есть вы можете спокойно, в принципе, в Шуше тоже жить.
правильно? Она уже на Шерде. Строят сейчас вам дом там или? Будут маленько, но у меня у нас дом стоит. А, ваш дом стоит? А, окей, то есть его не снесли? А, окей, замечательно. У нас тоже карьера была тоже после смерти. Наверное, скучала, да, очень по земле, по краю родному. По краю, и после того, как стадия держится, через год-два она скончалась. Ну ничего, я думаю, что и отец, и мать с неба видит нас и радуется, папа шлёт их дети, свою жизнь. Большое спасибо. Спасибо вам, спасибо. Обязательно это поделимся в нашем ютубе. Спасибо. Я только ссылку тоже скинем. Ссылку, конечно, скинем. Без проблем скинем вам ссылку. Давайте здесь точку не поставим, а продолжение следует в Зангезуре. Да, да, точно, в Зангезуре. Можем, да, так? Да, обязательно. Ищет Мэммед Сафер Мэллик. Здесь он не послужит свой дом искать. Друзья мои, 39 минут Баку, Физули. Сел, прилетел. Приятно же. Честно говоря, на самолете я тоже первый раз. Тоже, да, первый раз? Да, я на своей машине ехал и в автобусе. Ты на своей машине тоже 6 часов ехали, да? Конкретно, да? Ну, свой кайф есть, да? Останавливаешься там, смотришь. Если честно, на самолете огромный кайф. Да, да, если честно, да. Да, да, честно. 39 минут, только 7 минут. Да, да, да. O da var. Sen oradaki dünyada bundan güzel bir hava var mı? Yani? Ну да, да, пантера, да. Вот так вот. Sevinç Orucuva burada da. Burada da. Dikim efir, друзья. Salman Gamberov. Burada da. Salman Gamberov. Burada. 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 Здесь сегодня это зиялы инсанлары ёлбар, да? Музыкантов разных, халгарцы. Рауф Аббасов. Рауф Аббасов. Эльдар Намазов. Алла Байрамова. Я, вы думаете, я свое имя пропущу? Алла Байрамова. Агиль Бехремли. Знаете как, на самом деле настолько хорошие чувства нахлынули, что можно от чувств пропустить. Да, точно, тоже есть. Салам, салам. Не, ребят, на самолете это другой кайф. На машине, конечно, по кайфу 6 часов ехать, но в самолете 39 минут. Керим Тахиров бурда, да? Керим Тахиров ёк. Рафига ханым Гасымова. Рафига ханым Гасымова. Салам, салам. Рафик Азимов. Эйнулла Фатуллаев. Спасибо. Окей. Салим Салимов. Так и живем. Ревшан Байрамов. Висаля Абышева. Мехлет Мислимов. Куды, туды. Азер Халилов. Мои золотые. Мои золотые. Уралара. Эйнур Абдуллаев. Волшебную это самую. Счислянь. Кибрана Харамова. Ирада Гадирова. Замик Алиев. Гёнче Исмаилова.
O bir avtobusda da. Fuat Mehmetov. Kübra Hanım. Reşat Mecidov. Naide İsmailzade. Burada. Buradadır Naide Hanım. Necəsiniz? Kamran Kerimov. Sahil Kerimli. Qurban İsmailov. Nicat Cəfərov. Здесь. Ильгар Хусейнов. Вигар Алиев. Ещё голоса. Афак Валиева. Мэммед Багыр Ахондов. Тикем экран, друзья, тиклируем. Сабина Гёзелева. Ищу, не Гёзелева. Васип Кулиев. Натик Алиев. Кемал Абдуллаев. Опа. Эльбрус Сейфуллаев. Рошан Мамедов. Тарана Мурадова. Вахид Хаджиев. Все, меня не возьмут. Все, остаюсь в Физулях. Физули Дагара. Буду здесь жить. Спасибо. Насим Мамедов. Никол Пашинян сзади. Бахтияр Асланбейли. Салам алейкум, мэллин. Салам. Тофик Аббасов. Мунис Шарифов. Kerim Kerimli. Tekemik. Vigar Rahimzade. Mehriban Alekberzade. Babaş Gencəliyev. Юсиф, тебе тоже не дали? Тебе тоже не дали? Вот так вот. Мы с тобой возвращаемся. Мы, да, все. Надо все хорошо, да. Отдыхаем, да, во имя. Все хорошо, да. Все будет по кайфу. Все будет шикарно. Будем вам показывать. Интернет у меня много. Но если вы натыкаете экран, будет вообще хорошо. Вообще будет у меня хорошая связь. Если будете тыкать, но будет связь. Не будете, не будете тыкать. А?
Улуёв, ну, везде здесь строительство, строительство. Везде строительство. Видите, очень крутые новые дороги. Очень серьезно здесь, конечно, инвестировали. Значит, везде мосты, мосты, строительство. Вот это, например, разрушенные дома, видите, там везде идут строительные работы. Это разрушенные дома, и таких здесь, наверное, тысячи, если не десятки. Общайся, конечно, дорогой. Ну что, вот так. Тыкаем, друзья мои. Куда пойдешь, куда? Ну, на фестиваль доедем, вы не знаете. Каждый год я туда езжу. Я все время туда езжу. Я и экоактивист, и гость фестиваля, и журналист, и блогер, и отец Мартина. Мартин не дали вообще. Мартин. Да, где бы салам верай, дослар. Но надо уже, чтобы вы тыкали экраны. Если не тыкайте, салам вермей не получится. Тыкаем, тыкаем. Это гостарам, да, балагин, елки, индигеды. Сейчас покажу, да, миллиард. Ну что вы сделаете, Ахтерджан? Вы же ничего не сделаете. Вы уже все. Вы уже все. Поезд ушел, мои золотые. Сюда хозяин вернулся. Мэр города Ханчанди. Все напишите «Мэр Ханчанди». Мэр Ханчанди. Видите, везде строят, а здесь стройка не заканчивается. Везде. Мои последние видосы пролайкайте. Тыкаем, экран. Мэр Ханчанди, все пишем. Бахун, да, вот разрушенный город. Физули, видите? Вот это все, что осталось от домов. Кёрдюс, ничего нет. Вот так. Да. Ну, хозяин едет домой, да. Мэр Ханчанди. Спасибо, спасибо. Только надо иногда лайкать, чтобы эльмайлер шея отмазал на белизненное. Поэтому, видите, все строит, и наши не заканчивают строительство. Полагерсы. Здесь Тайли Ванна сзади обсуждает вас, что где. Он же из города Шушан. Ой, Ахчик. Бралар. Ay can rahim, bak gaga, sen sen Şen Fizuli'ni göstereyim. Nasıl Şuşa'da? Biz de stroy, здесь вот озеро будет. Tıkayım ekran. Спасибо. О, 160-я школа, привет, мои золотые. Салам алейкум. Салам, салам. Салам, всем любви, здоровья. Иш olsun. Bir и наши подписчики. Лицо знакомое в соцсетях. Эшкалсон. Тыкаю в экран. Точно, точно. Красота, конечно. Все зеленое. Шикарное.
Честно говоря, я не знаю, мы новый город Физули проедем или нет. Наверное, он до аэропорта все-таки был, я так подозреваю. Нет, мой золотой, если это так, приезжай, я тебя здесь жду, мой золотой. Я тебя жду. Кто считает, что это не наше? Пускай приезжает, я вас жду. Каждого по очереди. Гарри, мы тебя выключаем. От домов я ничего не оставили за 30 лет. Вот весь Физули вот в таком гене, посмотрите. Весь Физули вот в таком гене. Все деревянные балки, все окна, все переходы между этажом и крышей, все разобрали. Остались только каменные вот эти вот стены, которые тоже рассыпались от ветра. То есть всю древесину, окна, крышу, кровлю, все вывезли. Сейчас я вам покажу, друзья мои, как строится город Физули. Пожалуйста, кому интересно, делайте скрин экрана. Сейчас я проеду около города Новый Физули, который строится, в который вложили очень много инвестиций и любви. То есть армяне за 30 лет ничего здесь не построили. Посмотрите просто количество подъемных кранов и техники. Вот там воздвигают новый город Физули. Видите? Громадный просто город. И так здесь везде. Везде строят или заканчиваются. Вот реально, да. Что мне нравится в моей стране, это вот страна строителей. Мы не просто говорим, а мы делаем реальное дело. И это очень, конечно, приятно. Да, вот реально за 30 лет ничего. 30 years. Сейчас я вам покажу, да, ближе едем. Про Грузию. Грузия – это великая страна. Да, я вам сейчас Физули покажу, только впечатление, как будто это в Кардалане строит целый город. Реально, вы не поверите. Сейчас гостяря мама тыклировал экран и юзнет. Тыкаем экран 100 раз. Сейчас я вам покажу, какой красавец превращается город. А за что нас дослал? Мне лайклар лазум, лайклар, миннаджа лайклар. Готовы? Прикиньте, это Физули, смотрите. Офигеть, да? Целый город и строит. Офигеть. Снимай. Офигеть, да? Очень так круто. Целый город и строит. Четко, да? Ну как, мои золотые? Серьезно? Армяне даже десятую долю вот этого города не построили за 30 лет. Десятую часть этого армяне не построили. Вот оно. Нормально? Машалла. Да. Аллах шаэдлер мзэрэмэд эласин. Честно, если бы не они, не было бы всего этого даже близко. Так это было бы и дальше у них. Да, сад зацветет. Шукурлар болсун, достум. Шукурлар болсун. Доурдан да мукаммел хисләр. Посмотрите, вот контраст. Вот эти разрушенные дома. Видите, да? Целые деревни разрушенные. Как будто здесь это Хиросима. Хиросима в Нагасаки. Я не знаю, с чем это сравнить. Нет туда городов. И вдруг там наши воздвигают. То есть, если это древние были армянские земли, то почему они в таком виде? То есть они так к своей древности относились? А? Хозяин вернулся, мои золотые. Хозяин вернулся. И теперь это навсегда. Мэр Ханьчанди. Просто напишите. Мэр Ханьчанди. Карабах Азербайджан. Яшасын жана президент, яшасын Азербайджан. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Нет, Джигар, я же не все показываю. Я знаю, да, что показывать. Ты думаешь, я объекты буду определенные показывать? Я, понятное дело, электростанции и все остальное не буду показывать. Я же не дурак. Таким экран. Все будет хорошо. Я сейчас не взяли. Я не говорю, что я к вам плохо отношусь. Это ваше дело.
Я просто хочу домой. Я возвращаюсь. Все. Я просто хочу домой. Я тут у себя дома. Здесь Давида, Мартина, Врежа, никого только не вижу я. Где вы? А? Эшколс. Спасибо. Молодец, молодец, Владислав Джан. На уроке смотришь мое видео, молодец. Все будет хорошо. Я же говорил, вчера, когда я зашел к Давиду в эфир, 6 армян почему-то стали меня оскорблять, мою семью, моих родных. Просто оскорбляли, а я сидел в своей шапке над ними и молчал. А потом сказал, ребята, завтра я отвечу вам. И вот мой ответ, это строительство городов. Вот мой ответ. Я никому ее не ругаю, я говорю, что мы просто строим. И все. Они разрушали, мы строим. Салам, Азяль. Салам, салам. Иншаллах, иншаллах, Азяль, тебе в первую очередь пятикомнатная квартира в Хайчанде. Да, я сказал, это будет ответ. Я на самолете сегодня прилетел впервые, честно. 39 минут сел самолет, прилетел, все видео поделился. 39 минут Баку Физули. День столетия нашего лидера Гейдара Алиева. Прилетел, да вот мой ответ. Я на самолете сел в Азербайджан и прилетел в Азербайджан. Только с удостоверением личности. Никакого загранпаспорта, никаких печатей. Просто сел у себя и вышел у себя. Кайф. 39 минут. Лязя. Вот мой ответ. Надеюсь, все довольны. Да, да. Такие должны быть и ответы. Не кого-то вот ругать, оскорблять, а показывать строительные работы, как восстанавливаются города, как растет инфраструктура, уровень жизни, как в жизнь возвращается. Посмотрите маковые поля. Может, разглядите маковые поля, вот цветут. Просто вот пробежаться по этому полю. Представляете? Спасибо, спасибо. Да, да, конечно. На самолете прилетел, это другой кайф. Почему меня показывают? Потому что мен олары... Ах, это да. Беля, да, ты знаешь. В общем, любви всем желаю. Живите в любви, будьте счастливы. Не будьте злыми, не будьте обиженными. Будьте просто счастливыми. Я вас очень люблю, честно. Ищ голосом без моего лара. Я сейчас на Азербайджане. Карабах, Азербайджан. Да. Хороший человек поставил. Андроник, а я ничего не платил. Зачем я должен платить? Зачем заплатил? Я ничего не платил. У кого есть тут дом, кто здесь живет, на своей машине спокойно приезжает. Я приехал со своей группой, с Юсифом и Базовым, с разными людьми интересными, с директорами каналов. Да, да, в Карабахе. Я приехал со своей делегацией, да. Я же будущий мэр. Я же вам говорю, что я не шучу. Вы не видели, я спускался, а за мной шел мэр другого города. То есть я первый спустился с самолета. Посмотрите это видео. Хозяин дома, детки. Почему? Я все правду говорю. Да я добрые вещи говорю. Отби... Баку Физули билет сколько? Я не знаю, честно. На билет. Здесь только еще туннели понастроили. Не знаю. Если Нахчеван 50 мал стоит, я не знаю, что Физули не будет стоить. Тыкаем экран и чувствуем себя счастливыми. Кто не тыкнул, тот Мартин. Все будет хорошо. Живите в любви. Все будет хорошо. Живите в дружбе. Далее. Да. Вот, кстати, вот этот чувак, его папа был, ваш папа был
главой этого района, да, города Шуша. Первый секретарь Шушинского района. Слово Шуша склоняется. Мы из Шуши. Не говорят мы из Шуша. Для особо умных. Шуша – это название города. Но как склонять, говорят мы из Шуши, а не из Шуша. Нет такого, правильно? И вот его папа погиб во время теракта в вертолете в 92-м году. Да? Гаракяне. Ну, когда погибли там члены правительства, да, Икмет Гайб, по-моему, Иван же папа был с народного Карабаха. То есть Карабах считался всегда был Нагорно-Карабахской автономной областью. То есть это же республика никогда не была. Область. Мой отец, ну, если там спустя старшая, прекрасно. Как звали папу? Вагиф Джаферов. Вагиф Джаферов. Сын Вагиф Джаферова. Мой отец работал и в обкоме. В областном комитете. А как так получилось, что именно в Ханчанде так много было тогда армян, что даже главой исполнительной власти поставили там армянина? Они прям вот, знаешь, перенаселяли именно Ханчанде. Пропуск, точнее, это уже ошибка наша была. Слишком доверились. Представляете, в то время единственным первым секретарем азербайджанцев был мой отец. А кроме вашего отца азербайджанцев первым секретарем не было? Там 5 лет, да, Махмуни, Мардаке. Всех районов там были либо русские, либо... Так что это они, если откроют архив, то она еще не напылилась. То есть архивы еще не напылились? Да, конечно, не напылились. Это максимум 200 лет. Тут один армянин написал. Что? Нет, вроде его отец собрал всех армян почему-то в Ханчанде. Причем тут его отец? А может быть собрал... Мой отец, если честно, был жестким, хорошим политиком. И в то время, когда советский период был, из-за того, что он работал в Абхазии, его знали люди армяне. На самом деле эти войны защитили они. А то они очень даже прекрасно жили за счет Азербайджана. И жили вдоволь. И наверняка многие тогдашние армяне, которые карабахские армяне, точно знаю, что они сожалели, что пошли по Азербайджану. Спасибо. Мы поставим все видео полностью в YouTube. А сейчас мои последние 3 видео. Пожалуйста, лайк и коммент. Хорошо? Обнимаю вас. Люблю.